Самые яркие события и новости Орска прошлых лет смотрите далее. После зимних снегопадов и оттепели в здании потекла крыша. Жители дома сами, засыпав снег в коробке, очистили чердачное помещение. Надо отметить, что кровля была демонтирована в 2008 году. Как выяснилось, в этом году был поврежден теплоизоляционный настил. Строительная бригада трижды исправляла прорехи, но речь зашла о том, чтобы перекрывать крышу заново. Нерешенными остались несколько проблем. Я считаю, что неутепленный чердак у нас, и шифер там нужно обязательно утеплить его какой-то пленкой, изовер пленку утеплить, чтобы у нас все-таки чердак был утепленным. Вот. И шифер неправильно положен. Я не специалист, но насколько я могу, я вот так вот. Самое интересное, что строительная фирма ответственности избежала. Все работы на сегодня отданы ТЖХ. Они же занимаются и ремонтом гниющих полов. Сегодня Ленинская управляющая компания исправляет то, что не смогли сделать строители. Администрации города сложно предъявить им претензии, так как той компании, которая выполняла работу, уже нет. Бывший подрядчик закрыл старую компанию и открыл новую. Как сказал глава города на аппаратном совещании, с этим предпринимателем больше не иметь никаких дел, несмотря на то, что у его организации другое название. Цена ошибки слишком дорогая.